Встать, суд идет. Українська компанія FilmVA Studio розпочала зйомки серіалу з робочою назвою «Суддя». За жанром це мелодрама з елементами детективу, драми і комедії. Головна героїня – Тетяна Ємельянова. Розумна, приваблива жінка, що виховує сина. Чому суда? Ну, тому що везде працюють люди, да? І в домоуправлінні, і в, я не знаю, в якомусь гаражному кооперативі, и в каких-то школах, и в милициях, и еще и так далее, и так далее. Но почему именно суд? Ну, потому что про милицию очень много говорят. Мы тоже не обойдем внимание милиции, тоже будем разговаривать по поводу этого. Почему не в школе? Ну, потому что про школу сейчас тоже очень много говорят. И снимают в разных жанрах. Мы решили, вот, а почему бы не в суде? Суд – это концентрация всех человеческих отношений в одном здании. То есть это вот такая квинтэссенция человеческих страстей. Глядачі побачать картину восени 2014 року на телеканалі «Україна». Загалом планується 60 серій. Вероніка Гуменюк спеціально для епізодів. Не втрати внимания к процессу, иначе все это снова закончится фарсом. Спасибо за внимание. Стоп!